сотрудники уголовного розыска отделения Министерства внутренних дел России по Гайскому городскому округу совместно с сотрудниками управления уголовного розыска Оренбургской области с привлечением ОМОНа по информации в ходе проведенных обысковых мероприятий на территории Новоорского района в селе Скалистое в доме у местного жителя было изъято из незаконного оборота 3 единицы оружия. Две из них мелкокалиберные винтовки, относящиеся к нарезному оружию, одно гладкоствольное охотничье ружье.